А в Китае зарегистрирован первый случай заражения вирусом Зика. Симптомы лихорадки обнаружены у 29-летнего жителя провинции Шаньдунь, вернувшегося из поездки в Венесуэлу. Лабораторные исследования показали наличие в его крови опасного вируса. Сейчас мужчина находится в больнице. А в провинции Гуандун на юге страны зарегистрирован уже 12-й случай заражения опасной болезнью. Как выяснилось, все граждане Китая, зараженные Зикой, перед этим посещали страны Латинской Америки.